Ребята, всем привет! Вы на канале Отличник Лайф, и сегодня это мой новый влог. Сегодня уже я не знаю какое число, но сегодня вообще отличный денек, уже вечерок. И у меня для вас радостная новость. Первая новость — это то, что вы положительно приняли мой влог, где я приобретал себе новый свой Пихон 8. Вы очень положительно его приняли, столько комментариев, благодарю вас вообще, я не знаю, но это было очень круто. Мне, короче, ребят прислали, компания Razer, такие вот крутые Turbo Jets. Это, значит, электрические ролики, то есть мы их подробнее покажем вам уже на улице, когда кто-нибудь из нашей семьи будет пробовать кататься, даже, возможно, я попробую прокатиться. Но я решил опробовать данные ролики, приобрести их, как бы заказать, выслали, чтобы они мне их... И посмотреть, как это будет вообще выглядеть. Ролики сами по себе классные, судя по видео. Я также аналогично решил заказать их и опробовать. Если сейчас у меня все получится, то я обязательно вам порекомендую их. Поэтому всем желаю приятного просмотра, ребят. Мы начинаем. Ребята, мне очень страшно. Сейчас вышла Юля с Алисой из подъезда. Но они где-то там вышли, еще идут до нас. Мне очень страшно. Я боюсь на них выходить. Они могут меня заметить. Вот уже идет Алиса. Я надеюсь, она меня не видит. Она меня не заметила? Юли нету, да? И, слава богу, Юли нету. Прячься. Прячемся, 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 прячемся. Вы меня заметили. Всем привет, вы во влоге. Я заметила, Лёв. Заметила там. Как вам мой влог? Он прекрасен. Его еще нет, правда, на канале, но он прекрасен. Что сегодня будем тестировать ролики? О, я попробую. Можно? Конечно, компания Razer — это вообще балдежная компания, которая работает уже около 150 лет на рынке. Да. Пошлите. Пойдемте, ребят. Куда мы сегодня пойдем, Юля? Расскажи о наших планах. Я хотела в Окей поехать. В Окей. Хорошо. Вообще-то мне нужно в Окей, знаете? Ну я что, в Окей с этим поеду, что ли? Я бегала, попробую. Пойдем за дом. Пойдем. И упасть не страшно будет, никого нет. Да. Все, ребят, идем за дом. Сегодня что, провал какой-то, да, не получилось? Алиса решила первая у нас покататься. Давай в ролики-то включим хоть. Они не включены, что ли? Они электрические. Конечно, они электрические, вы че? Один работает, второй подзаряжается от него. Ну давай. Что давай? И унесет нашу Алису. Давайте врубать. Ну, да. Алис, дай руку, дай руку. Все, врубил. И как? Нельзя, они сейчас поедут, Юля. Нет. Поедут. Ну где-то вместе сделают. Куда нет, ты? Алис, все, давай спускайся. Я не могу. Ребят, ролики созданы исключительно давай для детского попробуем. Контента, для детей. Ты одну руку, по прямой попробую. Езжайте, вы зачем по брусчатке-то этой? На прямую выйдите, вы что, не слушаете-то меня? Лёва, она не понимает. Нет, ты что? Я не любитель. Самокат, что ли? Да. Ребята, мы встретили подписчика, которого зовут Данила. Поздоровайся там, передай привет. Всем привет, передаю подписчикам Лёвы. Передаю привет всем подписчикам Лёвы. Желаю, чтобы они были все здоровы, счастливы, чтобы они ждали влогов, челленджов и годного контента. Отлично, прям как кто сказал. Что это у тебя задевается в ногах, в руках? Xiaomi. К Xiaomi? Да. Это же электрический самокат Xiaomi C3. Ребят, короче, это вообще крутой электросамокат. Всем советую его приобрести. А, к Xiaomi я не покупал рекламу. Ну вот, ребят, мы поехали, короче, в магазин Окей. Я прощаюсь с тобой, Данила. Давай, еще, может, встретимся. Пока-пока, ребят. Ой. Газку. У Алисы немного уже получается. Ну да, она сейчас... Поехали. Сейчас она поймет. Нет. У вас вот эта нога заваливается, вы... Да они ей не по размеру, потому что это не на детские ножки. Давай я теперь попробую, ладно, Алис? Нет. Она не дает нам просто попробовать, да что это за ребенок? Алис, будешь понтоваться, все, мы тебя исключим из нашего голосования. Один, да. Просто вот ты как бы на этих, на колесиках должен стоять. Она думает, что я ее должна катать, но это нереально. Господи, я не могу на это смотреть. Юля встает, так, тихо. Блин, это нужно равновесие держать. Я даже не тебя поддерживать? Что тут написано? Так, что-то нажать. Хм. Так, наоборот нужно было. Конечно.
Вот это вот. 5 километров в час. Ё-моё. Юля, мне за тебя очень страшно. Алиса там голубя кормит. Нет, хотя, в принципе, нормально. А что Алисе на этом кататься? Тебя поддерживать? Да, конечно. Да, конечно. Так, подождите. А ты уверен, что он работает? Да, да, 100%. То мальчик так уверенно ездил на них? Потому что он маленький. А ты включила? Не знаю. Лёва говорит, что включила. Да 100% включено. Давай газку. А как тормозить-то? Я не знаю. Да, на носки вставать. Боже мой, чё? Какая ерунда. Чё так, только не придумаю. Лёва. Я передумал. Чё? Мы не зарядили их. Надо будет зарядить и еще раз попробовать. Лоханулись, да. Но пока у нас первое впечатление о роликах только положительное. Да. Прекрасные ролики. Это интересно, но нужно еще тренироваться. Согласен, полностью. Следующая остановка Лучная. Мы уже проехали необходимую нам дистанцию. Мы идем теперь в магазин УКИ, который здесь через 50 метров. В принципе, это так недалеко. Но, в принципе, и должно быть близко, поэтому мы уже близко. Я вообще редко была в таких магазинах, как УКИ, но это очень похоже на молнию, которая была у нас в Челябинске на братьев Кашириных, 27. Вот тут очень крутые, вот, допустим, например, вот дневники школьные всякие там, да, вы поняли, мимимишные, ну, блин. Все равно есть в чем загвоздка. Мне это все не надо. Конец четверти, ребята! Ребят, ну какой-то ужас. Сходили, приехали только за краской, набрали столько. Я еще взял вот такую водичку за 10 рублей попробовать. Смотри, а ты что взял? Лев, новинка, Pringles, ham and cheese. Оказалось, что это ветчина и сыр. Да, так и есть. Я попробую обязательно, да. Вот. Ну и тут, как всегда, куклы, пони. Смотрите, люкс, киндер сюрпризы. Где? Лотос, это не люкс. Небесная лодка. Вот такая у нас. Ну, конечно, я все понесу, вы же не понесете. Я хочу открыть, Лёва любит вот такую ерунду. Это акс. Акция. Скидка на гель, на дизик. Adidas вот этот любит очень сильно. Это акс, мама. Ну, это фирма Adidas, просто другая. Нет, это акс. Нет, это акс, это другая фирма. Да? Я хочу понюхать. Ой, как все. А вы хоть понюхали перед тем, как нет, мы? Нет, ну мы что? Всегда берем это... не нюхать. О, сейчас там мужланский какой-нибудь запах будет. Обожаю. Мама, ты сейчас вывернешь ему шею. Ну-ка. Ну-ка, дай понюхать. Стоп, на Леву, дай. На Леву, на Леву. На Леву, зачем на меня-то? Вкуснятина. Ой, сладкие. Обожаю. Обожаю такие он запахи. Сладкие, ну как тебе? Пойдет. А шампунька? Это гель для душа. Все, не надо, кажется, не надо, не надо. Что тут устроили? В Окее. Это сидит уже играет. Мы вышли из Окея. Капец, блин, ребят, я не могу тащить этот пакет, он такой тяжелый. Я не могу это все делать. Что мы будем делать? Что мы встали у входа в Окей? Мне кажется, что мы сейчас с тобой такси вызовем. Почему? Потому что тяжело. Давай я вызову какой? Яндекс? Не, пойдемте, ладно, пешком. Да пойдем. Блин, Юля, ты обламываешь опять. Ребятки, мы сели все в Джонджали. Это у нас такой тут ресторанчик. Ну, что ты, мама? Кафешка. Ну, можешь читать ресторан. Заказали наше любимое блюдо, сидим, отдыхаем. Мама, что думаешь, хочешь куда-то поехать, да, отдохнуть? Я хочу по курортам Черногории. Мы не будем уточнять куда, но просто хотим съездить куда-то. Да, Юля? Да. Юля, вот закончил школу. Да, я кончил школу. Хорошо закончил школу. Окончил. Закончил или окончил? Кончил. Love my English subscriber dish with this cheese wings
Sulugoni on Russian language. This is lemonade from Vinograd, maybe Sapiravi. And Yula eating pizza, pepperoni, salami, pepperoni. Okay, no problem. Nice. Ребят, ребят, я вам расскажу попозже, что со мной случилось. Пока у меня нет времени об этом говорить. Ребят, это связано с Дашей. Ребята, всем привет. Это утреннее продолжение моего вчерашнего влога. Итак, значит, мне пришла посылка с сайта «Мам, купим, пап, продай», мерч Данилы Кашина. В общем, сейчас мы затестируем, я вообще к этому мерчу неравнодушен. Очень крутой мерч, поэтому заказывайте, смотрите на его сайте, это очень крутой мерч. Ну и пришел микрофон, еще один добавок для моего айфона, чтобы снимать для вас более крутые видосики. Ну что, давайте откроем тогда мерч, примерим, покажем вам, что тут вообще есть. А я снимаю. Ё-моё, я видео снимаю. Карандашом, как можно открывать карандашом? Это превью. Как можно коробку открывать карандашом? Вот так, ребята, мне приходит посылочка. Вот тут такие печати специальные. Специальная такая, я не знаю, накрывочка, давайте скажем так по-русски. Ну, в общем, такой вот листик, можно сказать. Ну, такой, более такой картонный. Итак, здесь мне приходит чехол для телефона iPhone 6, сейчас мы его вам покажем. Худи «Лицемер», который я заказал себе. Наконец-то худи. Счастье, удачи, мерч в придачу. Отличный просто мерч, сейчас мы его оденем. И тут приходит вот такой вот значок «Дикость». Да нет, ты издеваешься? Это что такое? Почему такой маленький? Почему? Окей, ладно. Так. У нас здесь что такое? Ваш заказ комплектовал Никита. Еще такая наклейка. Вот такой вот чехол на мой телефон iPhone 6. Давайте его примерим. Вот такой вот у меня чехол был «Дикость». Такой прозрачный. А стал вот такой вот. Вставляйся, входи. Ну, мне кажется, он даже круче выглядит для этого телефона. Ну, вы посмотрите только. Он в руку приятно ложится и такой тяжеленький. Вообще классный чехол. Молодцы. Вот так, для сравнения поставим. Как было, как стало. Итак, ребят, теперь мы посмотрим вот такую вот худи. «Лицемер». Позырим. Ха, там, салам алейкум, здорово. Вот так он теперь выглядит на мне, худи «Лицемер», ребят. Не знаю, оценивайте, пишите в комментариях, идет ли она мне, но вообще крутое. Блин, крутое худи, очень крутое худи. Сейчас зеркалом покажусь. Так-то так вот. Не знаю, очень крутое худи, мне прямо нравится. Конечно, здесь ничего особенного нет, простая белая такая толстовочка и просто надпись сделанная, ну, как вышитая, можно сказать. Ну, очень прикольно все равно. Также здесь у нас в комплекте идет вот такая наклеечка «Дикость». И тут всякие тоже прибамбасы, типа «Лицемер», «Попродай» и так далее. Ну все, ребят, влог подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Отличник Вай. До новых встреч. Всем пока-пока.